Ого. Ну давайте здесь построимся. Снова хочу демонов, мне очень понравилось. Блин, я базу не Постройка там построил. Ладно, завершена. пофиг. Ну можно не ливать, но не строить войска. Сам ломаешься. Ага, ну хорошо. Там, конечно, тоже 100 голды халявных. Но, с другой стороны, если ты ливнешь, то, наверное, эти 100 голды останутся. Так, ну что, надеюсь, что я здесь один. Потому что иначе будет не очень. Вот это вот откуда, я не понимаю. Откуда вот эти вот юниты? Они чисто мне даются или нет? Че за имба? Пусть начнется битва. Здесь нормально, база бьет, может, не надо ничего строить. Походу, это вот какая-то по блату тема, достающаяся красному. Или у всех такое есть, не знаю даже. Так, алло. Идем сюда, не тупим. Инстант луз там у кого-то. Ну, тут, конечно, да, тут рядом, если с кем-то построишься, то все плохо. Да воцарится ночь. Да воцарится, воцарится, ты бей, царица. Ну, я хоть один кружок захватил вот этими войсками. Уже хорошо. Сделаю. Сделаю. Царица ночь. Царица ночь. Как-то имбой чуть попахивает, что мне дается отряд какой-то. Ответ на вопросы. Ну, когда вопросов будет достаточно. Там, на самом деле, если, ну, убрать совсем банальные, типа, там, не знаю, когда стрим, то вопросов-то не так много пока. Да, играем без союзов, как обычно. Кому? Ночь. Что нужно, смертный? Так, фонтан мне пока не интересен. Ты это сам придумал? Ну, чё, и строим много рабочих. Приветствую. Ёпрсете, здесь уже чувак. Ждёт. Я голоден. Это не очень. Так, видите, я нажал S, и они сами начали бить эту тему. Но если придет кто-то из врагов, то они будут драться с врагами. Ты угадал мой план. Смерть ждет. Давайте мне. Неплохо, неплохо. Так, а у них есть грейды на атаку? Есть, кстати. Что на этот раз? Приветствую. Да, придется драться тут с самого начала. Не очень. Что нужно, смертный? Ну, с другой стороны, ладно. Ты это сам придумал. Тьма зовет меня. Его надо. Забавно. Тьма зовет меня. Привет. Ой-ой, меня тут бьют. Его много. Скоро на охоту. А вот точка, ее просто я ее не заметил. Вот это да. Я здесь. Я здесь. Ну вот, здесь мужики какие-то мне тут все портят. Приветствую. Я голоден. Стрим со зрителями в скайпе. Да можно, в принципе, не вижу особо причин это не делать. Можно, в принципе. Ну что, поймал? Живые наступают. Ну вот. Давайте фонтан захватим. Приветствую. Видишь мой топор? Интересно, а здесь может еще никого нету? Завершено. Туда будет прям круто. Скоро на охоту. Ну надо. Ого. Что на этот раз? Мои пацаны сильные, конечно, да. Ночь. Точка сбора только у меня слабая. Что нужно, смертный? Скоро на охоту.
Так, ну что, нужно делать грейды, начинать, наверное, на атаку, на защиту. Они вначале очень дешевые. Тьма зовет меня. Я здесь. Давайте сюда. Что нужно, смерть? Ну, нормально мы гасим, пацана. Ну, у меня юниты, конечно, такие довольно дорогие. Сейчас еще атаку, защиту доделаю. Буду вообще чемпионом. Тьма зовет меня. Скоро на охоту. Что на этот раз? Так, точка. Видишь, мой... Ого, пацан. Смотрите, пацаны. Блин, хиллера бьют. Хиллера это плохо. Я здесь. Сделаю. На нас напали. Скоро на охоту. Текс. Делаем грейды. Атака почти доделалась. Так. На базовых юнитов грейд. Ну и начинаем строить бараки. Я даже не знаю, тут места-то вообще нет, чтобы их строить. Да, они не толстые, в общем-то. Приветствую. Здесь уже башенка защитная. Так, вы давайте сюда. Здесь. Что на этот раз? Ломаем его башню. А, через shift я прокликал, просто как чемпион. Сначала туда-сюда сходил. Текс. Вот так вот. Что нужно, смертный? Здесь экзантовская еще эвакуация какая-то. Что на этот раз? Согласен. Ты угадал мой план. Что нужно, смертный? Текс, ну что, Демоник Гейт строится. Исследование завершено. Нужен еще, короче, этот. Тема для грейдов. Ну и заодно и дерево порубить. 10. Что на этот раз? Неплохо, неплохо. Что нужно, смертный? На нас напали. Так, ну что, строим еще этих чувачков. Ага. Здесь так. Идем сюда. Постройка завершена. Фиол-то что-то, смотрите, прям расслабился. Живые наступают. Сюда идем. Затем сюда, сюда. Приветствую. Согласен. Смерть ждет. Ага, из барака начинаем строить юнитов. Не начинаем, потому что грейда соответствующего нету. Лагает чел. Ну, грейд почти доделался. Напали. Исследование завершено. Текс. Скоро на охоту. Да воцарится ночь. Что нужно, смертный? Желтый, а у тебя много точек осталось, да? Что на этот раз? Угу. Так, здесь строим юнитов. Так, теперь делаем чуваков для лимита. Постройка завершена. Делаем броню. Постройка здесь завершена. Где-то еще должна быть тема такая. О, зашибись. На нас напали. Вот этот еще грейд нужен. Приветствую. Скоро на охоту. Живые наступают. Текс. Ой-ой. Здесь меня забрал Фиол. На нас напали. Здесь что-то массовый захват моих точек бывших. Ну, выше всех. Я что-то говорил в начале видео. Не помнишь, чё? Что на этот раз? Так, а здесь что у нас находится? Согласен. Что-то клёвое вроде должно здесь неплохо, находиться. Неплохо. А, конь находится. На нас напали. Конь непонятный. Так. Ну чё, грейд-то сделался для вот этих настройка вот Иридар Варлок? Пока нет. К сожалению. Так, лесорубы. Ну что, поймал. Ну, лесорубы, лесорубят, чё? На
нас напали. Ты не сдох? Живые наступают. Ну что, у тебя больше одной точки? Тьма зовет меня. Исследование. Я что-то не вижу больше одной точки. Ну ладно. Тьма. Текс. А это смотрите, уже все вырубили, гады. Живые наступают. Не, ну тут реально какое-то восстание, короче, восстание машин. Офигеть, здесь дерево дерется с предводителем демонов. Текс, грейд на атаку делается, грейд на защиту не делается пока. Живые наступают. Что нужно? Здесь массовая какая-то смерть. Чего надо? Ну давайте пойдем сюда, подеремся с ним. Выше всех, ты, кстати, не сдох, говорит. Не сдох, это хорошо. Так, а куда вы бегаете-то, друзья? Может быть, вы как-то чуть оптимизируете логистические маршруты? Ого, а этот коня не догнал, что ли? Так, соточку получил. Зашибись. Че, мне нужен лимит, то есть нужно строить этих пацанов, пусть причем они вот здесь вот стоят, защищаются от чего-нибудь. Так, мне нужен... О, здесь, кстати, идеальное место для постройки порта. Пусть так. Теперь... Идем. Ctrl 1, Ctrl... Нет, это не будет Ctrl 2. Ого, здесь еще кого-то встретили. Ксант этот рубит. Да воцарится ночь. Так, делаем защиту преимущественно. Хотя ладно, атаку тоже сделаем. Денег много. Постройка завершена. Так, надо приводить к покорности земли всякие разные. Значит. Да воцарится ночь. Ну, здесь всякие корабли у нас будут. А сюда есть мост какой-нибудь? Здесь что-то ничего интересного-то и нету. Вот здесь вот разве что. Есть еще мои точки. 5 точек, кстати, у меня всего. Поназахватывали мое дело все. Не знаю, можно, конечно, сюда сходить. Сходим вверх. Так, достроилась верфь. Давайте построим транспортный корабль для нефти. Добывающих штук всяких. С 5 точками особо сыт не будешь. У фиолетового, кстати, дофига точек. Идешь, тут дом стоит. Это поворот. Интересно, соточку за это дадут, нет? Постройка завершена. О, дадут, зашибись. Соточкой-то можно и грейд сделать на защиту. Так, я не понял, а вы идете вообще, нет? Где? Они вроде строятся, а вроде... Не строятся. Ух ты. Здесь башня. Ну, давайте здесь чуть-чуть покуролесим. Быстренько бараки снесем, пока он ничего не понял. Точку-то захватить хорошо, но бараки снести, мне кажется, главнее, чтобы он юнитов не смог построить. Такая вот диверсионная атака.
Так, дерева много, значит, можно построить много кораблей. Вот уже ее и нету. Да, вот такой вот я. Взял и напал. Взял и сломал. Взял и взял. Это не главное здание. Церковь какая-то. Это что еще, дополнительные войска, да? Угу. Так, давайте вот этих вот чуть сюда отправим, пошалить. Так, здесь все забрали. Здесь берем тоже все. Что на это? Так, кораблики строятся. Давайте вот здесь, вот здесь, вот здесь вот сплаваем. Здесь всех взяли. Устраиваются бараки. Поздновато уже. Немножечко здесь пошалим. О, смотрите, этот. Экспедиция у него. Интересно, а может, можно лодки ставить? Не, нельзя лодки ставить. Здесь все. Все как надо. Сделано. Так, тогда ломаем главную базу. Пацан пытается эвакуироваться. Здесь вот эта вот группа захвата. Пусть у нас сюда. 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 Сходит. Это наша. Корабли куда-то поплыли через всю землю. Базу ломаем. Да, делаем еще грейды обязательно. У меня есть еще один дом. Эльфы офигели. Ёпрасоте, у меня тут какая-то драка неправильная. Здесь мы ломаем полностью пацана. Можно точку захватить. Да, но это я обогнул земной шар, конечно. А, здесь видите мост, через который не проплыть. Ну, фиолетовый еще получает возможность отстроиться. У него еще есть 4 точки целых. Рабочие уплыли там. Вот и алтарь у меня. Ну, как-то демоны выглядят топешненько. Надеюсь... Удастся мне снести. Да, вполне возможно, что удастся. Давайте здесь на патрулирование поставим. Нуб какой-то лагает. На нас напали. Исследование завершено. Текс. Здесь все взяли. Исследование завершено. Захватываем. А, это чисто транспортный такой. А. Ну, тогда хотя бы какой-то типа баланс есть, что у той расы транспортные стреляли. Как вот этот вот у орков. Давайте здесь чуть поплаваем. Здесь, там, здесь, здесь, здесь. Теперь. По войск. Ты-то что у нас? Угу. Так. Давайте здесь... Построим бараки. Вот так вот. Здесь чуть зомбарей погоняли. Зомбарей синего, да? Ну, я потерял что-то, но... Да, я много потерял, но все равно не так страшно. Главное, что я убил своего чуть ли не основного противника. О, футмен какой-то здесь. Здесь давайте слабым отрядом сюда пойдем. Сильным отрядом пойдем туда, где точно надо будет драться. Так, корабли, а вы где? Вы так сюда и не приплыли. Здесь драка с вражескими кораблями.
отлично, здесь их победили. Отряд пошел сюда. Ну, я просто человек грейд. Войска не строю, чисто на грейдах сижу. Десятый, 10 армора уже даже у простого рабочего. Так, достраиваем пацанов для инкома. Чувак, который идет строить бараки, идет строить бараки, как это неудивительно. Ой-ой-ой. Ух, они еще и хиляют, вот гады. Так, ну тогда идемте давайте сюда. Вот так вот, через атаку. Здесь патрулируем, здесь захватили тему. То есть сразу сюда поплывем. Дерева мало. Это все. Хотя нормально рубят более-менее. Ой-ой, здесь пришли лучницы. Арчибальд у нас тут. Ну, у меня корабли, видите, более дорогие, чем у него, поэтому я выигрываю. Ну, и грейдов у меня побольше. Будет сколько там армора у корабля? 21 армор. А у него персовая атака по броне здания. Но, с другой стороны, у меня магическая атака по броне здания тоже так себе, но... Все-таки большое количество грейдов. Так, я хочу уже строить войска отсюда, чтобы далеко не идти через всю карту. Захватили. Раненые кораблики у меня. Ну, давайте чуть туда корабли отправим. Постройка завершена. Строим отсюда войска, начинаем. Войска строятся, благо, быстро. И идем вот туда. К паладинам, которые дамажат меня. На нас напали. Что тут по кораблям-то? Ну, вроде нормально. Давайте. Ой, черт. Ну ладно, пофиг. Правил через атаку сюда. Все, деритесь, живые давайте. Наступают. Ой, живые там наступают. На нас напали. Здесь лошадь. Непонятно, зачем эта лошадь нужна. Ну пусть бегает. Я, здесь уже всех забрали. На нас напали. Ух, сколько лучниц здесь. Текс, ну чё, она катаю и... Ну надо жирных кого-то построить. Давайте сделаем грейд на жир. Другой грейд на другой жир. Фиол тут пытается отстроиться, но я всех его пацанов приходящих станю. Ну и сложновато, это какие-то базовые у него воины, а у меня все-таки за 15 голды, пацаны. Нормально, взяли мы его здесь. Стоим на холде. 10 точек есть. Зеленый теперь впереди. Так, давайте вот сюда плывем. А эти так сюда, а потом вот сюда. Теперь строим еще големов. Завершена. Для того, чтобы они впереди танковали. Здесь строим еще станеров. Здесь захватываем точку. Здесь давайте сюда. Одного раненого сюда оставим. Фуф. Что, ну здесь, кстати, смотрите, не мое. Хм. Ну, давайте захватим корабликом. Текс. Ну, здесь что? Здесь пусть они стоят. Ой-ой-ой. Ну, арчерок тут очень много. Они, конечно, сильно слабее моих пацанов. Мои пацаны все-таки пятнаху стоят.
все равно они доминируют тут. И тут, конечно, не до контроля особо. Так, вы давайте сюда и холд. Давайте сюда куда-нибудь. Текс, нубик. Да, нубик. Ну чё, давайте что ли чуть-чуть подеремся. Мне долго еще тут войска строить? Ctrl-1. Давайте несколько големов еще построим. Танка не хватает. Големы толстые. Ну просто толстые, жарят всех вокруг. Нормальные такие танки. Корабли мои бедные тонут. Ну благо корабли-то золото не стоят. Так, давай съезди сюда в командировку. Она катаю. Так. Однако таю. Нет, так мне нельзя. Ого! Вон еще какой-то парнишка есть. Ух! Бедный мой корабль оглушенный. Уходи, корабль! Здесь что, он лучники какие-то стреляют? Да, здесь много чуваков, которые заперлись на своих базах, заперлись. Так, Ctrl-1, Ctrl-2. И Ctrl-3. Вот, все. Значит, идем. Ого! Смотрите, тут приходишь, а тут зеленый. Ой, точнее, этот. Фиол. Ну да, мало, я согласен. Не буду спорить. Интересно, за эту базу мне дадут денег, нет? Текс. Алтарь не строить надо, алтарь надо захватить. Он выглядит как орковский алтарь. А, блин, надо было через те земли идти. Ну ладно. В принципе, пофиг. Ох, сраная катапульта. Нормально. Обманули. На нас напали. Ну, катапульта сейчас сама ее сломает. Живые наступают. Живые там наступают. Ужас какой. Так, а давайте, короче, возьмем еще корабли сюда отправим. Вот это будет вообще просто кругосветное путешествие. Колумб отдыхает. Живые наступают. Да, здесь еще одна точка. Так, где там живые наступают? Блин, мой рудник сломали. Корабль тут у меня все плавает. На нас напали. Кругосветный. Так. Ого, здесь зеленый еще. Так, ну сейчас мы зеленому-то этим мелким отрядом не отдадимся. А, нет, фиолетовый точнее. Фиолетовый еще жив. Ого, здесь еще один. Ну вы, конечно, здесь этот плотненько застроились, друзья. Так, деньги. Дреби деньги.
Текс. На нас напали. Здесь, надеюсь, не очень много башен. Блин, зачем столько таверов-то строить, чувак? Ладно, пойдем другим путем. Да ладно уже. Фиолетовый, конечно, такой спамер строений, вы посмотрите. Так, что здесь происходит? Здесь кругосветное путешествие у меня. О, драка, наконец-то драка зеленым. Так, ну чё, идем. Хочу подраться с зеленым. Да, мне, конечно, танки-то танкируют прям. Смотрите, как превосходно танкуют танки. Да, эпические. Мастер замесов, блин. У меня манны много накопилось за это время. Ого, лучница одна. Вот это смелая лучница. Но мы сейчас ей поможем. Ну, еще лагает. Ну, пока 4 точки. Не шутка. Все, наконец у меня танки вперед вышли. Блин, он со всех сторон лезет. Война со всех сторон. Живые наступают. На нас напали. Хотя, давайте. О, смотрите, у меня корабль на мосту стоит. Ворот, что-то теперь наземный корабль? Смотрите, наземный корабль. Мне не хочет с моста уходить, черт. Эх, мой отряд отдался, к сожалению. Слишком много лучниц было. На нас напали. Живые наступают. Ого! Еще здесь какая-то тема. На нас напали. Да, застанил-то нужный пацан. Черт, меня окружают. Ой, пацаны, нас мало, но мы должны победить. Ой-ой. Так, а где мои кругосветные корабли? Они так и не дошли до нужной точки, что ли? Семь точек у меня всего, вот это я дал. Ну, кстати, смотрите, здесь мои могущественные войска разрулили. Так, что, давайте вот этих вот строим побольше. Они сильные. На нас напали. Что, те... Блин, ну ты задолбал лагать. Те чувачки-то этот, ауешат по... Точнее, бьют по одному за ману на халяву. А эти по нескольким, получается. На нас напали.
О, базу ломаю. Это же, наверное, стартовая база, да? Денег дадут. Ну же. Эх, черт, не дали денег. Ну, дали денег, но за другое. Ой-ой. Живые наступают. Бедные мои юниты, они постоянно в одиночку против толпы. Ноти! Так, здесь на этот нашли оплыв. Зашибись. Блин, а здесь меня как-то победили. Вот это отстой. О, у меня щит есть у кораблей. Смотрите-ка. Так, с корабли мои гавани. Так, пацаны стоят, нечего рубить. Живые наступают. Давайте здесь построим еще. На нас напали. Блин, отстой, меня здесь победили. Живые наступают. Блин, у меня 6 точек. Вот это поворот вообще. На нас напали. Давай ты сюда. Сюда. Эй, без союзов играем, алло, какие али? Эх, сбрили мои корабли. Так, ладно, собираем тогда армию корабликов вот здесь вот. Во, у меня тут корабли-то еще осталось. Постройка завершена. Нормальненько. Скоро на охоту. Да, блин. Значит, что, давайте здесь собираемся. Так, чувак, я сейчас возьму тебя, снесу. Нафиг. Так. Блин, что-то денег нету особо. Чувак тут, с своими корабликами. А, ну зато этот, зато освободилась эта вот тема. Две точки. Давай за ними. Вот еще два корабля. Ну, кстати, здесь же где-то была точка такая захватываемая. Во, вот здесь. Текс. Ага, ну побольше вот этих вот хочу построить. Живые наступают. Тут живые корабли, чертовы. Ну нормально. Че сейчас? Это будет Ctrl 5, такая карательный отряд. Максимум лимита, молодец. Ну ты, конечно, арчей строишь. Ну чувак, ты очень устал меня лагать. 8 точек у меня, блин, как-то сложно. Четкое лидерство здесь захватить. Потому что я с несколькими дерусь сразу. На нас напали. Живые наступают. Текс. Блин, здесь чертовы корабли. А, ну пофиг, я же этот захвачу. Цель всей твоей жизни выполнена, какая? Убить мой корабль или что там?
Так, Ctrl 5 выполнил свою задачу. Теперь идет сюда, сюда. Что-то у меня какой-то слишком большой отряд, типа по фану, такой типа отряд. О, Питлорд. Давайте Питлордов построим. Чертовы лучницы тут. Что тут, база нуба? Нужно было бы его щемануть. Тринадцатый лагает. Что-то не справляется компьютер у людей. 13-й, это лучше левая. У нуба хотя бы там эти базы есть какие-то. Базы, не базы, там что-то есть. Выиграют эльфийки, ну вряд ли. Димка проигрывает. Ну, вы сравните мой лимит. У меня чуваки с огненным дождем, а у него лучницы. Мне кажется, я должен выиграть. Ну не факт, конечно, у него 7, у меня 8, но у меня-то такие прочные более-менее точки, а у него сейчас я буду захватывать его точки. Ну. На нас напали. Питлорды. Я решал земных нет. Такие толстячки питлорды. Ну что, давай посражаемся. На 10 секунд неуязвимость. У меня дороже корабль примерно в два раза за счет этого. А нас напали. Так, точки мои. Зашибись. Ух, как тут лучницы пошли. Ну мы сейчас их тут и примем, в общем-то. На нас напали. Че, давай, один ты вперед. А, что-то их тут мало. Смотрите. Видите, у меня один пак войск убивает всех этих лучниц. Так, ну что, пришло время нападать, я думаю, основными силами-то, как вы думаете? Ctrl-1, Ctrl-2. Смотрите, он мне сбрил весь отряд почти. А, не, не сбрил, это оказывается. Ну вот, он почти победил. Ну, он победил мой отряд, но он-то весь лимит свой слил. Надо, конечно же, станы по очереди юзать, а не одновременно. Живые наступают. Все, теперь мы придем к нему. Порядок наведем. Как вы понимаете. Так, а где здесь? Где-то я пытался точку захватить. Че, они сдохли, эти корабли? У тебя еще 70, ну молодец. Молодец. Трепещи, смертный. Текс. Ого. Сюда идет. Ну понятно, сейчас мы его тут примем, надеюсь. Что? Так, ты давай вперед проходи. Оп. На нас напали. Оп. Ух, как хорошо-то заливочка идет. Ничтожество. Живые выступают. Блин, толплюсь в узком проходе. Так, ну давайте вас сюда, 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 сюда отправим.
На нас напали. А сейчас у тебя сколько тоже? 70? Давай догоняй их. Ладно, так. Я никого не застанил. Пока станился, их уже убили. Так, здесь еще мои кораблики его обрабатывают. Ну что, моя стратегическая точка, стратегический отряд мой справляется более-менее с задачей. Теперь ты вин. Так, только теперь, да? Ну ладно. Так, здесь точка моя, рудник не мой, но рудник, я так понял, все равно золото не приносит, как это неудивительно. Как это не парадоксально. Ух, как корабли здесь жарят. Да, корабли хорошо уносят. И эти со сплошом. Не, ну строить лучниц базовых, это ж, ну, основа любой стратегии. Нельзя строить базовых юнитов в лейте. Так, не, пацаны, у вас свои цели. Вы давайте сюда, сюда. Так, вы тут не стойте. Нубик. Есть нубик, есть нуб у нас, видите. Не очень скилловое собрание людей. Так, вы давайте здесь этот захватите точку. Надеюсь, справитесь-то таким паком. Сюда. Ну и что, и у нас образовался еще один отряд, мы им вот сюда пойдем. Ух, какой маленький этот чувачок со станом. Иду в последний пуш. Ух ты. Молодец. Ну здесь все мы забираем, даже питомца бедного. 15 точек у меня сейчас будет инком. Делаем атаку и все. Не хватает, нифига себе. Угу. О, несколько арчей, но это так на закуску. Тью, тью, со сплэшом-то как идет, хорошо. На нас напали. Здесь давайте сходим. Все, всех приняли. Ну, а вон такие толстые войска. Здесь есть что-нибудь, что я не захватил? Вроде все взял. Давайте это будут патрульные такие, короче. Патрульная машина. Здесь мы встретили какое-то сопротивление, но его подавили очень быстро. Строим еще корабли. Прикольное такое синее сияние. Живые наступают. Undead стоит. Undead умер. Так, интересно, а корабли смогут сплавать вот сюда? Исследование. Живые наступают. Ух, сколько их тут. Как тут хорошо-то, заливочка идет, да, пацаны? Как вам? Так, проходим, проходим, не стесняемся, по 3 копейки общаемся. Все, и вот сейчас будет просто трагедия эльфов. Тью! Все горит. Все горит, сплошной дождь. И вот куча еще виспов тут. Мы сейчас тоже их сожгем. Виспы пытаются лечить, все лопнули. Да, ну конечно такой тавернуп эпический тут. Ух ты, атака, смотрите. Так, тут есть корабли какие-нибудь у нас рядом? Нету. Давайте возвращаемся домой. Блин, зум, зума теперь нету. Зум. Зум 120. Нет, зум 200. Зум 200. Блин. Что, я обречен всю игру теперь так играть, да? Это не очень. Живые наступают. Главное, пока живу. Забаррикадировался тут башнями.
по самой не балуйся, конечно же. Ой! И смотрите, атака. Живые наступают. Нужно построить зиккурат. База моя ложится. Видите, у меня рабочий где-нибудь. Опять ты? Ну что, поймал? Раскопали. Это все? Забавно. Да воцарится... Текс, давайте сюда идем. Живые наступают, на нас напали. Текс, здесь что у нас? Наступают. Не захватили, что ли, эту точку? Как так-то? Да давай сходи, чувак. Ой-ой, все плохо тут у нас. Живые наступают. Куда-нибудь сюда давайте их уведем. Да воцарится ночь. Офигеть. Блин, безумно играть как-то вообще отстойно. Зря я приблизил. Что? Постройка завершена. Все, один чувак, у меня нет, два чувака. Два чувака, это уже не один. Живые наступают, на нас напали. О, это уже повеселее будет. Давайте сюда станчик. Ну что, поймал? Да, нормально мне тут все принесли. Здесь я так и не забрал. Живые наступают. Да воцарится ночь. На нас напали. Блин, у меня лимита нету, пипец. Ну что, поймал? Что-то мой единственный рабочий. Скоро на охоту. Весело, весело. Текс. О, лучницы тут всякие. Че, есть у меня что-нибудь? О, у меня есть возможность построить войска. Ну, буду думглордов строить, они самые лучшие. Да воцарится ночь. Ёпарсете. Ой-ой, сколько тут юнитов-то, а? Еще корабли. Писец. Постройка завершена. На нас напали. Привет, 16 привет. Точек у меня. Текс. На нас напали. Блин, опять эти корабли, чертовы. Уф, ну что, нужен инком. Не, ну у меня, конечно, грейды крутые, там все крутое, но мне базу полностью пробрили, потому что у меня пол армии было там, пол армии было здесь. Денег вообще нету. Текс. Ну чё? О, денег дали. Зашибись. Ну, сделаем этих. Сделаем. Ух ты, сколько их тут. Офигеть. Ну чё, мне кажется, уже можно идти свой остров очищать от предателей. Ой, от захватчиков. Мне повезло вообще, что мне базы все не слили. Если бы мне все базы то слили, то было бы не очень.
Живые наступают. Да воцарится ночь. Текс, ты давай сюда. Я думаю, он один со всем справится. Что нужно? Ой-ой-ой, лимит-то мой. Гибнет. Ты это сам придумал? Вот Таурен тут. На нас напали. Опять ты? Ну что, поймал? Нужно построить зиккурат. Все дадим лимит из нуля. Ну ничего, сейчас мои верные воины тут устроят им. Какие у него грейды? 3-3, а у меня 6-7. Офигеть, тут все и с кораблями дерусь. О, ну ты лагерь, блин. Станчики, конечно, ауешные решают, постоянно все застанены. Фуф, блин, ну чё ты не ливаешь, что у тебя две базы осталось, ты лагаешь и лагаешь. Ну, забаним чувака, ладно, чё делать. Ну надо хоть какие-то базовые-то, я не знаю, блин, понятно, когда у тебя 4 там базы, у меня 6, ты играешь, но у тебя две базы осталось. Ты уже вне игры, зачем лагать-то? Да, орки долго копились, ну чувак всю игру копил. Пока я дрался, дрался, он копил. У него, конечно, юнит киллс-то будет нормально, потому что он мне рабочих много убил. ГГ. Самое смешное, что я его так и не пробился за его таурки. Бесконечный. Ну, в смысле не копил, а с кем ты дрался? С ДГ? С кем ДГ? Dark Green, в смысле? Если видите, можно еще и Тауренов замедлить, а не вот, смотрите, видите, какие медленные. Ударить или нет? Ну, короче, веселые такие становятся. 50 маны всего. У некроманта 150 стоит, у этих 50. Ну, потому что у них крутые спылы есть. Сколько я потерял? Смотрите, здесь потерял 3, здесь потерял 2. Ну, то есть, вот практически ничего не потерял. 5 юнитов потерял. Не, ну конечно слишком жестко, что эти демоны тоже один лимит. То есть получается демонов в лейте никто не сможет победить. Ну ГГ, наверное, да? Но я думаю, стоит завершить на этом. Ну этот построил несколько новых кораблей. Сейчас пробьет меня этими кораблями, но... Все ненадолго. Конь бегает. Ну все, наверное, ГГ. Давайте к очкам. Ну, кстати, этот довольно много очков у оранжевого и у темно-зеленого. Жалко, что они вдвоем все время дрались, не участвовали как-то, поэтому другие как-то смогли расхамиться. А смотрите, у нубика как мало очков. Ну, смотрите, вот оранжевый убил рабочих моих и вот этих пацанов на лимит где-то человек 30. Вот если 30-ку вычесть, у него все равно будет много юнит скиллс. Давайте посмотрим. 674 у меня убито, 238 у зеленого, но как-то они не очень активно друг друга убивали, ну то есть он у меня убил где-то там 30-40, то есть 160 у него осталось, плюс еще он обычных моих войск убил, ну тоже где-то, наверное, 20 там в начале, фиг знает, то есть как-то маловато они с темно-зеленым друг у друга убили. Вот,
Ну, героев, конечно, не хватает. Здесь очень не хватает героев. Даже тех же Воинов Лордерона они есть.